Всем привет, с вами Голодный, и мы продолжаем играть Silent Hill. Итак, на прошлой серии мы остановились на том, что мы опустили разводной мост и получили доступ к торговому району Silent Hill. Такое ощущение, что ко мне приближается какой-то каток, судя по таким звукам ужасным. Итак, давайте осмотримся. Центральный Silent Hill. Нам нужно попасть в госпиталь. По советам старухи, которую мы встретили, нас там ждет что-то интересное. Итак. Давайте попробуем попасть туда. Так, еще раз. В принципе, чтобы попасть в госпиталь, тут много ума не надо. Достаточно повернуть на улицу Крейтона, и, по принципе, мы попадем в госпиталь. Но давайте перед этим забежим еще в одно местечко, которое называется полицейский участок. Вот это место, это совсем рядом. Так, также нужно не забывать забегать в различные закутки, чтобы собирать схрон. Окей. Патроны подняло, сразу музыка успокоилась. Так, тот летит. Здесь, кстати, появится новый тип противников. Так, я не помню, на этой стороне, по-моему, тоже где-то что-то лежало. Ну ладно, я не буду туда возвращаться. Да-да, вот эти черти. Они напрыгивают и пытаются нас изнасиловать. Полицейский участок. В запустении. Помимо патронов, здесь можно найти кое-какие зацепки о том, что вообще происходит в этом городе. И кто здесь всем заправляет. Так, патроны для дробовика, патроны для пистолета. Дверь заклинила. Офис детектива. Что у нас здесь? Еще патроны. Место для сейва. Давай. Участок. На столе есть записка. Звонил коронер Силс. Он не склонен думать, что смерть офицера Гуччи была насильственной. По-видимому, тот скончался от естественных причин. Однако, как свидетельствует медицинская карта покойного Гуччи, у него не было симптомов какого-либо сердечного заболевания. Загадочная смерть полицейского Гуччи. Так, еще патрон для дробовика, отлично. Здесь что-то написано. Препарат можно купить лишь в некоторых районах Silent Hill. Сырьем выступает белая клаудия, растение, произрастающее только в узком ареале близ города. Производится в Silent Hill. Дилер равно производитель. Растение белая клаудия. Похоже, в Silent Hill продавали наркоту. Изготовленную из растения белая клаудия. Твою мать. Нет! Цензура! Что произошло со мной за этой полицейской машиной, останется тайной. Пошел в жопу! Макака! Так, кажется, мне уже там плохо, наверное, да? Да, придется сжать аптечку. Так, не сюда. По-моему, не сюда. Не хочу тратить на них патроны. Будет еще на кого их потратить.
Так, мы прибежали к очередному провалу. Так, и вот она, кстати, уже больничка. Алчимила, да, здесь, да-да-да, здесь, помню, встречают куча собак. И лучше сразу свалить внутрь. Больница. Школу мы прошли. Теперь нам предстоит больница. Приемная. Опа. Кто-то стрелял. Там можно видеть карту, но нужно обойти с другой стороны. Заклинило. Подождите! Стойте, не стреляйте! Постойте, я не хочу драться! Меня зовут Гарри Мейсон, я сюда в отпуск приехал. Слава богу, другой человек! Вы здесь работаете? Я доктор Майкл Кауфман, работаю в этом госпитале. Так, наверное, вы можете рассказать мне, что тут происходит? Знаете, не могу. Я лег чуть вздремнуть в комнате для персонала, проснулся, все стало вот так. Все куда-то исчезли. И снег идет в это время года. Что-то очень здорово пошло не так. Вы видели этих чудовищ? Видели хоть когда-нибудь подобных уродцев? Или хотя бы слышали о чем-нибудь подобном? Вы, как и я, должны вы знать, что таких тварей нет в природе. Да. Вы не видели здесь маленькой девочки? Я дочь ищу. Ей только 7, маленького роста, черные волосы. Она потерялась, сожалею. В округе столько этих чудовищ, я весьма сомневаюсь, что она. Простите, не хотел вас тревожить. Ваша жена, она тоже здесь? Она умерла 4 года назад, остались только мы с дочкой. Ясно, мне очень жаль. Знаете, я пойду. Не могу я просто сидеть на месте и ничего не делать. До свидания, удачи вам. Да, похоже, Кауфман пристрелил одну из этих птеродавтилей прямо в кабинете. Итак, что у нас здесь? Ничего полезного. Так, карты у меня пока этой местности нет. Так, похоже на картотеку. Это газета. Статья вырезана ножницами. Кто-то решил вырезать какую-то заметку. Так, кажется, я пропустил карту. Извиняюсь, мне нужно вернуться назад. Без карты мне тут будет туго. Так, вышел я отсюда. Здесь где-то еще... Ну вот, здесь 2 двери. Какая-то книга. Ничего особенного. Ничего необычного, ничего особенного. Аптечка. И наша карта.
Это карта госпиталя. Алхимиллы. Что, теперь у нас есть карта. Так, через аптеку. Так, туда мы пройти не можем, да. Пойдем обратно. Так, здесь у нас замок заклинило. Опять заклинило. Что это за место? Кабинет врача. Еще одна карта. Подвал. Странно, что карта в подвал не входила в основную карту. Так, что здесь еще? Что-нибудь есть интересное? Ничего не работает. Комната заседаний. Ключ. Ключ от подвала. Что, черт возьми, ключ от подвала делает в комнате заседаний? Да, зал совещаний. Можно отсюда валить. Здесь еще огромное количество комнат, которые нужно исследовать. Это пластиковая бутылка. Окей, пригодится. Да, тесноватая кухня, однако. Лечебная настойка. Похоже, кто-то тут навел беспорядок в этом кабинете. Что-то искал. Вокруг стало рассыпано книги. Ничего интересного. На полу лежит разбитая склянка. Она не просто разбита, кто-то ее старательно раздавил. Да, похоже, кто-то здесь что-то искал, нашел эту склянку в шкафу и... раздавил. Что было в этой склянке? Давайте наберем немножечко. Я собрал остатки разлитой жидкости в пластиковую бутылку. Что это? Зачем ты это собралась? Ты даже не знаешь, что это. На улице идет снег. Так, это вход в подвал. Здесь, конечно же, все заклинило. Торговый автомат давным-давно не работает. Как он определил, что он давным-давно не работает? Лифт, судя по всему, давным-давно не работает. Давным-давно. Ржавчиной покрылся, наверное. Использовал ключ от подвала. Опять подвал. Отличное звуковое сопровождение для подвала. Кто-то скрипит. Похоже, что это тараканы. Блин, звуки тараканов. Блин, вот тараканы — это самые противные противники, наверное, в игре, потому что в них очень тяжело попасть, блин. Бегают очень быстро. Целых 3 штуки, охренеть. Кто-то говорил, что вот как раз чем отличается вот хард от нормала, либо от легкого уровня сложности. По-моему, на обычном уровне сложности здесь вообще никого нет. Ну, то есть этих тараканов тут вообще нет. Замок заклинило.
Да блин, ё-моё, тут что-нибудь открыто вообще? Так, ну генераторная, морковая, пойдемте в морг. Морг, по-моему, тоже... К сожалению, морг. В морг нам тоже не дали сходить. Ой, стоять. Туда я поверну. Твою мать, они что, восстановили, что ли? Так, нет, я больше не хочу с вами бороться. Резервный генератор обеспечивает энергией лифты, палаты интенсивной терапии и операционные. Хотите нажать? Зато генератор все еще, как ни странно, работает. Все давным-давно не работает, а генератор работает. Так, таракан, ты мне не нужен. Так, теперь у нас активен лифт. Так, 1, 2, 3 и подвал. Так, ну в подвале мы были, давайте съездим на второй этаж. Замок заклинил, эту дверь нельзя открыть. В общем, все как обычно. Обломали нас со вторым этажом. И еще одна закрытая дверь. Четвертый этаж. И мы опять попадаем в кошмар. У меня нет карты этой местности. Кажется, кто-то за нами запер дверь. Здесь все двери заперты. Можно даже не проверить. Четвертый этаж, трехэтажная больница. Я вот не помню, но какое-то число японцев считается числом смерти. Этот этаж даже... Этаж с этим номером отсутствует в больницах. Итак, новый тип врагов. Сестры. У них на спинах как будто бы какие-то паразиты. О, музыка очень напряженная. Так, давайте осмотримся, что у нас по карте. Госпиталь. Так. Давайте обследуем сначала левое крыло. Начнем с палаты номер 301. Птичья клетка, в ней пусто. Похоже, здесь кому-то переливали кровь, либо делали капельницу. Да выключите вы уже эту музыку. О, сейф. Очень кстати. Палата 302.
телевизор. Видеомагнитофон старый, но еще в рабочем состоянии. Как он об этом узнал? Немного патронов для дробовика. Окей. О, наконец-то. Пластинка сломалась. Закрыто. Ич! Пошла вон! Блин, пора переходить на холодное оружие, иначе так можно остаться без патронов. Так, лечебная настойка. Здесь еще что-то есть. Стальная пластина привинчена к стене. Но с ней мы сделать ничего не можем. Интересно, Гарри как-то помечает эти места? Да, он отметил видик. Пластину отмечать не стал. Так, ну что? Едем дальше. Так, мы еще не проверили туалеты. Как ни странно, но здесь никого нет. Камеру поверните, пожалуйста. Это пластина черепахи. Давайте немножко ее осмотрим. Кстати, я ранен. Пластина черепахи. Прямоугольная голубая пластина с изображением черепахи Квази. Что такое черепаха Квази, ребят? Я не знаю. Твою мать. Эй, мужики, ну зачем же так шутить? Так, инфаркт миокарда можно сразу получить. Так. Давайте зайдем, проверим еще бельевую. Точнее, это, наверное, лучше надо было перевести как прачечная, наверное, что ли. Сушилки. Мне от них никакого прока. А, это сушилки, это не стиральная машина. Кто-то звенит. Так, секундочку, давайте-ка поставим, что у нас есть. Да, кроме палки и ножа у нас ни хрена и нет. Ну ладно, попробуем. Гарри, ты встал позу, как будто бы обосрался. Оу, там их две. Да, что-то как-то... Мне кажется, мне быстрее конец настанет, чем я ее убью. Так, нахер. Ставим пистолет. Кстати, она мне столько нанесла ударов, но я все еще достаточно жив. Так, ну в принципе, патронов у нас до хрена. Чего экономить? Медсестра в зеленом, медсестра в синем. Возможно, просто медсестра в зеленом... Кстати, что-то она быстро сдохла. Возможно, просто медсестра в зеленом более прочная, чем медсестра в синем. Нагнетающая музыка. Так, я вижу аптечку. Блин, капельница мешает пройти. Здесь только тележек с ремнями, что как будто бы это не просто больница, как будто какая-то психбольница. Как-то ничего полезного. Патроны. Какие-то пустые бутылки. Упаковка с кровью. И медкомплект.
птичка. Замок заклинило. Итак, мы побывали на складе. Хранилище у нас недоступно. И нам осталось всего лишь 3 палаты на 3-м этаже. Блин, она воскресла. Что за херня? Возможно, зеленые медсестры умудряются воскрешаться. Особенные. Ну, надеюсь, со второго раза ты уже точно не встанешь. Здесь закрыто. А здесь помятые кровати. Это пластинка кота. Интересно. Прямоугольная желтая пластинка с изображением чеширского кота. Ну, чеширского кота-то мы знаем. Из «Алисы в стране чудес». Все, успокоилась наша дама. И эту дверь тоже заклинила. Теперь открыто. Мы добрались до лифта, и он даже работает. Как ни странно. Так, этажей у нас опять 3. Что у нас здесь? Закрыто! К сожалению, закрыто с другой стороны. На второй этаж нам попасть пока не судьба. Окей. А знаете, давайте съездим сразу же в подвал. Почему бы и нет? Просто я помню... Да, я помню кое-что, что в подвале лежит нужная нам вещь. Ух ты! Помимо вещи здесь, похоже, много гостей. Блин, зеленая. Зеленая самая прочная. Кто-то скрипит еще тут. Ах, какая-то камера меня нервирует. Ты пошла ты! В голову, Гарри! Вот их добить нельзя, но они, похоже, не умирают с первого раза. Так. Ух! Кстати, сюда можно было спуститься не только на лифте, но и по лестнице. Так, это выход на лестницу, нам не нужен. Генераторная. Да, вот зачем мы сюда шли. Вот это уже что-то. Кирка. Кирка, это вам не труба. Ей реально можно убивать. Да, как я и говорил. Ну, по крайней мере, я вижу только одну. Давай, подойди. О, вот это другое дело совершенно. А то труба. Кирка. Не зря я в Dark Souls на последнем стриме играл именно с киркой. Закрыто. Если закрыто, значит можно открыть. То есть дверь не заколочена, она просто закрыта. Опс. Оп, мать твою, что вы делаете со мной? Пошли вон. Проклятые сестры. Блин, что я делаю? Я хотел вырваться. Они меня хватают, они меня мацают. Блин, что я сюда пришел? Да пошли вон! Блин, да ё-моё, я со страха карту нажимаю. Блин, тут аптечка и ампула. Блин, да нахрен я сюда пришел вообще? Пошли вон! Пошли вон, Гарри, живи, Гарри! Ну, кстати, блин, они, похоже, когда хватают, они даже не это... Да блин, отцепись от меня. Женщина,
Да, я не могу, у меня эта карта нажимается. Ох, ни хрена себе. Дабл хедшот. При этом какая-то еще звенит из них. Ох, лечебная настойка. Да, в отличие от фильма, они здесь одеты более скромно. Если вы вспомните фильм Silent Hill, первую часть, там медсестры были такие с глубоким декольте и с большими формами. Ладно. Давайте воспользуемся лестницей, не будем пользоваться лифтом. Или лифтом. Твою мать, где? О, доктор. Доктор. Ха. Я думал, доктор будет прочнее, но... Доктор оказался слабаком. Так, я слышу шаги. Не пойму только, с какой стороны. Так, ну это лифт. А, кстати, да, здесь есть хитрость. Лечебный автомат аж 3 настойки дает. Дверь заклинила. Да, эта дверь, по-моему, идет на улицу. Да, поэтому неудивительно, что она заклинила. Так, ну кто там? Еще один доктор. Доктор. С киркой мне теперь ни хрена не страшно. Ты мне теперь больше не помеха. Что у нас здесь? О, очередная плиточка. Теперь уже красная. Да вы задолбали. Пластинка королевы. Это уже третья, по-моему, по счету, да? Красная. Прямоугольная красная пластинка с изображением королевы червей. Вот это тоже из «Алисы в стране чудес», только вот я не помню, что за черепах-квазь, да, она раз там была. Так, давайте сохранимся. Кабинет. Так, это мы сейчас... А, да, кабинет директора. Мы, кстати, были здесь в обычном госпитале. Это первый этаж. Также у нас здесь есть кухня, кабинет врача. У! Какие люди. Засранцы, а. Они притворяются, что ли? Блин, реально, и второй живой. Где-то шарахается. Давайте его сразу ликвидируем, чтобы он мне потом... Упс! Какой-то замах странный ты, Гарри, сделал. Неправильный. Нельзя добивать. Ну, то есть они вроде как и так умирают. Так, что у нас здесь? Кухня? Блин, на кухне кто-то есть. А на кухне повариха. Повариха? Или повар? Кок, мать твою. Сдохни ты уже. Бутылка. Так, что у нас со здоровьем? Да. Сразу же и применим эту бутылку. Да, ржавая кухня. Ну, вроде как больше ничего здесь. Холодильник пуст. А, холодильник, да-да-да, помню. Холодильник, кстати, здесь какой-то... Меню. Ну, нельзя читать. Опять звенит, что ли? Да вы что, издеваетесь, что ли? Блин, неубиваемый доктор какой-то. Ты, блин, как кошка, у тебя что, 7 жизней, что ли? Не сюда.
сволочь неубиваемая. Замок заклинило. Что у нас тут? Патроны. Окей. Блин, капец, короче, все. Пошел он в задницу. Я уже устал его убивать. Его невозможно убить. Чужая странная комната. Если честно, я уже это, блин, предвидел даже, что эта комната не просто так. Так, что у нас осталось? Так, аптека. Так, смотровой кабинет. И... Окей. Давайте проверим сначала аптеку. Так, здесь тоже кто-то есть. Аптекарь. Лекарство. Ничего необычного. Закрыто. За дверью слышны какие-то звуки. Хм. Кто бы это мог быть? Да, здесь тоже кто-то вдалеке виднеется. Иди сюда, мой друг. Ну... ждать тебя. Заклинило. Так, это у нас туалеты, да? Тоже заклинило. Уху! Бинго! Мы обследовали первый этаж. Ну, почти. За исключением одной запертой двери. Так, получается, у нас есть запертая дверь на склад и запертая дверь в аптеку. Точнее, смотровую. Окей, и мы практически приблизились ко второму этажу. Как ни странно, но здесь подозрительно тихо. А, ну это еще не второй этаж, вот второй этаж. Ну да. Было бы наивно полагать, что здесь никого нет. Блин, Гарри, опять кто-то туда смастерил. Так, что у нас тут? Список смерти. Тереза Файндли, Хьюго Ф. Уайт, Стивен Лордс. Этот список нам пригодится, но намного позже. Так, что мы имеем? Ну что ж, давайте осмотрим 4 палаты, 2 туалета и сестринскую. Так, здесь кто-то имеется. Симпатичный пол. О, с одного удара положил. Уху. Какой-то список. Да. Какой-то список, который я не вижу. Возможно, нужно посветить каким-нибудь ультрафиолетом. Что за звуки? А, ну да-да-да. Небольшая загадка. В принципе, до нее несложно догадаться. Нам нужна упаковка с кровью. Упаковка с 200 миллилитрами, миллилитрами донорской крови, найдена на складе медикаментов. Тентакли, блин. Тентакли, сосущие кровь. Пластинка болванщика. Не, все-таки, по-моему, в «Алисе в стране чудес» была черепаха, да. Это я что-то запамятовал. То есть все эти пластины ассоциируются с сказкой. Так, куда я побежал-то?
потому что предстоит обследовать кучу дверей. Но они все заблокированы. А, ну вот эту я еще не посещал. Не все. Здесь кто-то имеется. Но это ненадолго. Блин, я с этой киркой чувствую себя как Рэмбо, блин. Никто ничего не может даже сделать. Зажигалочка. Ладно, у нас есть зажигалка, давайте посмотрим. Карманная зажигалка. Я подобрал ее в палате 201. Да, блин, теперь здесь... Там был неубиваемый доктор, тут, блин, неубиваемая медсестра. Все, пошла она лесом. Да, дверь заперта, отлично. Здесь есть еще одна дверь, обходная. Через сестринскую. И тут у нас... Да, тут у нас головоломка с четырьмя пластинами, которые мы собрали. Облака плывут над холмом. Чистое небо в солнечный день. Мандарины горькие на вкус. Счастливый четырехлистный клевер. Фиалки в саду за окном. Одуванчики на обочине тропинки. Неизбежная пора ложиться спать. Жидкость, текущая из перерезанных вен. Это какой-то хоку, блин. На самом деле, загадка несложная. Нужно растаять 4 пластины. На двери 4 квадратных углубления. А расставлять их нужно в соответствии с цветами. И вот это как раз и есть подсказка, какие цвета могут ассоциироваться у вас с каждым предложением. Облака. То есть облака, у нас белые. То есть белый цвет. Дальше. Небо. Небо у нас, скорее всего, голубое. Дальше. Мандарины. Мандарины желтые или оранжевые. Счастливый четырехлистный клевер. Соответственно, зеленый. Фиалки. Ну, фиолетовые. Одуванчики. Вот это, ну, если они еще не опылились, то они желтые. Пора ложиться спать, но ассоциируется что-то с тьмой наверняка, то есть черная. И жидкость, текущая из перерезанных вен, это, конечно же, кровь, это красный цвет. То есть уже несколько пластин у нас установлено. То есть белая, оранжевая, фиолетовая, черная. То есть нам осталось еще растаять еще 4. Так, зеленая. Так, зеленое у нас шло после, после мандаринов. Клевер. Так. Голубое небо. Так. Как раз одуванчики. Так, и кровь. И дверь открыта. Ну а что за этой дверью, мы узнаем в следующей серии. А на сегодня я заканчиваю. Всем до скорой встречи и пока-пока. И не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем спасибо.